Депутат Московской областной думы Владимир Жук встретился с коллективами телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести». За чашкой чая поговорили о журналистской работе, героях сюжетов и статей, а также о насущных проблемах муниципалитета. Обсудили, как меняется аудитория телеканала и газеты на фоне развития сетевых информационных ресурсов, с какими вопросами и просьбами обращаются к журналистам местные жители. Столько информации, правдивой, неправдивой, фейковый, не фейковый, что людям очень сложно разобраться. Поэтому вот то, что вы делаете, ваша работа, даете правдивую информацию из первоисточника, то, чем вы занимаетесь, это всегда будет нужно, востребовано и является большой поддержкой для нас и помощью. Поговорили о транспортных проблемах, строительстве объектов социальной инфраструктуры, о поддержке занятости в муниципалитете. Много таких, которые вот здесь живут, а работают в той же Москве наверняка, да? Здесь просто приезжают ночевать. Им что, главное, чтобы дорога была хорошая, чтобы свет был, тепло было в квартирах, там детский сад был, школа, все. Им больше ничего не нужно. Ну, многим, я имею в виду, не то что большинству, но многим. Поэтому наша задача, чтобы они здесь работали. Владимир Жук поблагодарил журналистов за работу и помощь в освещении важных для жителей и Ленинского городского округа в целом тем и вручил руководителям подразделений благодарственные письма. Такие встречи с работниками СМИ парламентарий проводит на регулярной основе.